Привет, YouTube! С вами Сергей ТВ. Мои подписчики жалуются на то, что мои видео сильно короткие. Что ж, сегодня мы исправим эту ошибку. Что ж, поехали. Что ж, пойдемте. Вот подъезд. В таких подъездах я как-то спал. Но это отдельная история. Да, это отдельная история. Может быть, я сниму видео, где я буду рассказывать именно про этот случай. Но пока что все же нет. Остановимся на... Я нахожусь на автобусной остановке. Довольно типичная автобусная остановка для нашего города. Везде мусор, везде грязно. На лавках сидеть невозможно. На них тоже грязно. Смотрите, какая красота. Просто. Ну что ж, вот и приближается автобус. Я думаю, на время того, как я буду сидеть в автобусе, я остановлю видеозапись. Терпеть не могу ездить на автобусах. Не будет. А нет, Витач, это что надо? Вот это везение. У продавщицы не осталось сдачи, и поэтому она пошла разменять. Выглядит, кстати, довольно неплохо. Правда, мясо иногда холодное. Но это поправимо. У меня горячий кофе есть. О. Спасибо, до свидания. Что ж, я пахал шаурму. Нормальная шаурма. Я врачевой. По вкусу мяса вроде ни кошка, ни собака, ни крыса. Вы можете сами попробовать. Не советую, конечно, но можете попробовать. Ну что ж, сейчас я сяду на автобус. Поеду домой, где буду монтировать для вас, дорогие друзья, видео. Что ж, я тороплюсь, вот. Если вам понравился сегодняшний выпуск, ставьте пальцы вверх. Кто не подписан, не забудьте подписываться. Пожалуйста. Я надеюсь, вам понравилось. Всем пока.